Свой бізнес Руслан пачынаў з піларамы ў Слаўгарадзе. Вырашыў пашырацца. Летась у Дрыбіне набыў будынак на тэрыторыі былой бальніцы за адну базавую велічыню. На гэтай жа тэрыторыі арендавалі яшчэ два будынкі і прыстасавалі пад цэхі. У адным робяць вокны з ПВХ, у другім – металаканструкцыі. Работу тут атрымалі 50 чалавек. В больших городах конкуренция достаточно, производство окон и изделий из металла хватает везде. Здесь на тот период конкуренция была небольшая, была возможность арендовать производственные помещения, площади, ну и как бы немножко попробовать что-то новое. Основная деятельность бизнесмена – будовництво. Замовы идут от простых людей и от организаций в области. Новый этап развития у Дрыбинского приватного швейного предприемства. Корсетные выробы, продукция своя и по замове буйного белорусского вытворца. За тыдень працы отшивают 3500 одинок, меркуют открывать у цеху другую смену. Вышиваем каркас, пришиваем бретели после этого. За смену даже перерабатываем. Работаю год. Работа вполне устраивает, оплачиваемая. Все зависит от выработки. Но мы сами минчане, поэтому приезжаем, да, развиваем район. Жить везде нужно, зарабатывать везде нужно. Люди везде хорошие. На сегодняшний день у нас уже порядка 30 швей. Вот, еще открытые рабочие места, вакансии. Предпринимальники лишут, что на районе вести бизнес реально. Сёлета уже зарегистрировано 16 предпринимальников. Активно развивается предпринимательство с использованием местной сырьевой базы. Это лес. Сейчас у нас работает в этой сфере 8 юридических лиц и 2 индивидуальных предпринимателя. До конца года будет открыто еще одно производство в области деревообработки. Это будет индивидуальный предприниматель. У районе инвесторам пропануть 23 объекта нерухомости, которые подходят для вытворчей деятельности и развития фермерства. Умова для бизнеса есть. Справа за инициативой. Андрей Шуляк, Кристина Каранкевич, Александр Тарасов. Новини региона.